Немного похож на экзотическую породу приар, в некоторых чертах смахивает на бобтейла, а в общем настоящий метис. Очаровательный окрас, спокойный покладистый характер и необычная кличка Попович. Поповичу 2 года, нашли в щенячьем возрасте вместе с братьями и сестрами. Известна мама, а кто папа, останется тайной. От уличной собаки родились большое количество щенков, в частности он. Жили в норе, люди стали ругаться, что очень мешали они. Забрали к себе всех, вот многих разобрали, он остался пока у нас. Один раз Поповича забирали на охрану участка, но больших способностей он не проявил, поэтому вернули обратно в приют. Попович надеется уйти из приюта в новый дом к заботливому хозяину. Немного адаптации, небольшой курс послушания, и Попович будет верным и надежным другом. Звоните по телефону 8 927 686 0790.